Здоров, народ, а вы знаете, что бывают ананасы, а бывают ананасища. Причем вкус здесь обратно пропорционален размеру. Короче, есть тут ананасы, которые делают из совсем маленьких ананасиков, продают в холодильниках, стоят они 50 бат. Они настолько сладкие, что я довольно долго допытывался у местных, а настоящие ли они, и не добавили ли они туда каких-нибудь сиропов. Черт его знает, говорят настоящие. Больше того, они их едят совершенно не так. Они добавляют в них чили-пасту и соль, и после этого, говорят, они становятся божественные. Я пробовать не стал, меня и такие устраивают. Но вообще размер имеет значение. Берите маленькие, не нужны большие.